Сейчас сделаем укороченный вариант. Мия. На я, а рот широко открываем, да? Основательная распевка и вперед. Покорять концертные площадки родного Волжского района. Азам эстрадного пения юных вокалистов учит Евгений Фомичев. Признается, совсем недавно он сам также стоял у рояля и ловил каждое слово своего преподавателя. А теперь солист народного ансамбля «Вера» и педагог. Родной дом культуры, то есть я сюда пришел в качестве ученика. Мне было очень весело и интересно заниматься здесь. Опыт многих преподавателей как-то я скомбинировал, наверное, в одно, выстроил это и понял, что я смогу это дать детям, взрослым, да неважно, то есть всем желающим, кто захочет прийти ко мне заниматься. Правда, на творческую стезю Евгений ступил не сразу, поначалу сомневался. Родители убеждали, что певец – профессия несерьезная. Но он твердо решил – офисная работа не для него, тем более, что с детства душа лежала к сцене. И с выбором не ошибся. Многочисленные дипломы и награды тому подтверждение. С ансамблем исколесил всю страну и убедился – дома лучше. Решил принять участие в общественной акции «Где родился, там и пригодился». Ведь это как раз про него. Своими успехами делится со старшеклассниками на открытом уроке и помогает им определиться с выбором будущей специальности. Творческую профессию зачастую недооценивают как профессию, а считают ее только хобби. На самом деле это не так. Творчество многогранно. Мне очень хочется, чтобы материал нашего коллектива был интересен для многих жителей Волжского района и не только. Чтобы наш коллектив развивался. В этом году акция собрала рекордное число участников – больше 1000. Самого достойного на региональном этапе определяют сами жители. Голосование стартовало 1 марта на сайте где родился.рф и продлится до 20 апреля.